Добрый день, в эфире Пенза. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги, я Наталья Зыкова. В начале осени для многих очень актуальной становится тема образования и, наверное, в первую очередь, конечно, для родителей и школьников. Но помимо общего развития, родителей и взрослых людей заботит еще и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. И сегодня, слава богу, для многих есть возможность посещать воскресные школы. Об этом и не только мы сегодня решили поговорить с руководителем отдела образования и катехизации Пензенской епархии, священником Вячеславом Шигуровым. Здравствуйте, отец Вячеслав. Здравствуйте, Наталья. С началом вас учебного года поздравляем. Спаси Господь. Работников сферы образования, обычно это поздравление иногда звучит и не только в радужных тонах, но и в плане того, что предстоит много работы. Ну да, и несмотря на то, что вы недавно на должности руководителя отдела образования, вы все-таки не понаслышке знакомы с работой отдела, давно уже там трудитесь. Да, действительно, тоже на протяжении многих лет, причем моя работа начиналась достаточно плавно. Сначала более техническая задача, какое-то сопровождение работы отделом, но потом вот председатель, отец Николай Грошев, он так плавно все более и более привлекал меня и, наверное, таким образом как раз надеюсь, что подготовил к предстоящей работе. Наверное, все-таки то, с чего мы начали, да, первый вопрос – это воскресные школы для детей. Действительно ли почти у каждого есть возможность, да, сегодня посещать на приходах воскресные школы? И много ли таких желающих в принципе? В Пензенской епархии насчитывается около 1700 учащихся воскресных школ. С одной стороны, конечно, цифра звучит очень значительно, и можно порадоваться. А с другой стороны, когда мы берем число всех учащихся возрастов, которые захватывает воскресная школа, то задаются уже другие вопросы. Почему действительно так немногочисленно в процентном соотношении у нас воспитанники воскресных школ? И, конечно, одна из задач, которую ставит владыка перед отделом, это увеличение количества учащихся. И отчасти это способствует образованию новых школ. В городе Пензе в настоящий момент практически на всех приходах, которые более-менее крупные, потому что у нас есть часть приходов, где просто физически невозможно организовать воскресную школу, но потому что здания не позволяют. Эти школы открыты. И, конечно, любой туда имеет доступ, возможность начать там обучение. Какие моменты могут влиять на то, что ребенок выберет ту или иную школу? Ну, конечно, прежде всего, это географическое расположение, ну и близость той или иной, если можно так сказать, тематики школы. Потому что, несмотря на то, что мы существуем в рамках одного города, каждая школа, она выбирает свое направление, и причем это получается не специально, а действительно складывается так исторически. Стихийно, да. И поэтому можно наблюдать следующую картину, что учащиеся приезжают в ту или иную понравившуюся им школу даже не из близлежащих районов, а даже, допустим, из других концов города. То есть, в этом отношении город Пенза находится в выигрышном положении. Если мы будем удаляться дальше от регионов, то здесь, как у нас часто складывается в России, вот чем дальше мы идем от регионов, и тем больше населенный пункт нам попадается, тем там организовано все лучше. То есть, там и возможность педагогов нанять, привлечь к воспитанию детей, она лучше. И мы с материальными возможностями тоже у школы получше. И количество детей, потому что это тоже немаловажный факт, которые могут посещать школу, тоже у нас велико. Но вот если чем дальше мы уходим от таких центральных населенных пунктов, немногочисленных, то там, к сожалению, иногда сталкиваемся с тем, что сами священники и хотели бы организовать школу, а педагогов, к сожалению, не хватает. Потому что занятие воскресной школы, время достаточно специфично, органично, оно не должно перекликаться и накладываться на время учебы ребенка в школе обычной. И поэтому остается либо это часть субботы, а в субботу часто есть еще у учащихся занятия, либо воскресенье. И если даже мы возьмем педагога, который может несколько районов прийти и провести занятия, то он максимум может быть объехать там, 2, может быть 3, а то и тоже в одном получить. Поэтому там, конечно, в районах сказать, что есть такая возможность у всех детей, наверное, сказать, к сожалению, не можем. Но отчасти вот это, вот, наверное, задача решения отдела – создать такие условия, подготовить педагогов, организовать выезды, помочь священникам на местах, чтобы они хотя бы, если имели такое желание, были у них дети, хотя бы снабдить педагогами. Допустим, из того же самого центрального какого-то населенного пункта организовать занятия. А кто является педагогами воскресных школ, ну, в основном сегодня? То есть, кто эти люди? Что они окончили? Где они проходят какие-то, может быть, курсы переквалификации? Главным это является сам священник, потому что каким бы квалифицированным педагог светский не был бы в плане работы с детьми, все-таки главная задача воскресной школы – это духовное воспитание. И здесь очень важно, чтобы сам священник участвовал в этом процессе. Будь то или беседы, будь то какие-то более других форматов занятий с детьми. С другой стороны, очень часто в воскресной школе работают с детьми те педагоги, если мы говорим опять про сельских, те люди, которые имеют эту возможность. То есть, это, возможно, педагоги из школы обычной, которые в воскресный день, являясь верующими прихожанами, участвуют в деятельности прихода, в жизни прихода, и вот они имеют еще такое благое желание послужить здесь. Если у этого человека нет профильного образования, то он может его получить в рамках курсов нашей духовной семинарии. Слава Богу, она уже много лет функционирует, и как раз все педагоги в той или иной мере степени имеют вот к ней отношение. В последнее время, благодаря деятельности нашего синодального отдела, открылось множество еще и дистанционных курсов. То есть, хотя бы педагог может там пройти на базе отдельных проектов и действительно обогатить свои знания. Но в основном, если человек имеет желание, и он благочестив, то он вот эту проблему ее решает. А уже потом закрепляет вот это свое образование, недостатки какого-то духовного в рамках, опять же, курсов повышения квалификации, либо просто курсов в рамках Пензенской духовной семинарии, либо дистанционных. В городе, конечно, более на высоком профессиональном уровне. Здесь есть возможность у директоров воскресной школы, настоятелей привлекать как вот специалистов, выпускников Пинской духовной семинарии. Это могут быть уже не только выпускники курсов, но и выпускники там, бакалавриата. И также и по отдельным направлениям привлекать профильных специалистов. И это, безусловно, расширяет потенциал воскресной школы. То есть, действительно, могут быть различные направления, реализованные на высоком качественном уровне. Ну, пример того, например, вот православный театр, где вот реализовано театральное направление, хореография. Или, например, вот детский архиерейский хор, который, в принципе, можно тоже считать воскресной школой. И там действительно вот есть педагоги профильные, которые занимаются и очень хорошо ставят вокальные данные и музыкальные грамоте, учат детей, вплоть до того, что даже из них выпускники этой школы, когда поступают на регенское отделение семинарии, то уже практически сразу вливаются в жизнь регента. Готовый специалист. Да, готовый специалист. А существуют ли вообще какие-то методические рекомендации для педагогов воскресных школ, для руководителей воскресных школ? Наверное, но все-таки основной предмет был и остается, помимо профильных любых, это закон Божий. Да, безусловно. Причем в последнее время, даже вот в момент моей работы в отделе, менялось с течением времени взгляд на то, как должно быть построено образование. С одной стороны, в начале от некой такой системы, выстроенной по школьному типу, когда с занятиями, с планами, с учебными, синодальный отдел перешел к тому, что все-таки должно более вольной форме. Прежде всего, это должно ассоциироваться у детей не со школой, не с учением, а вот действительно с времяпрепровождением, где они и духовно обогащаются, но в то же время как-то и более вольно себя чувствуют. В связи с этим вот буквально в последние годы разработаны методические рекомендации, которые сейчас в настоящий момент широко проходят апробацию педагогами, также и в нашей епархии, и всей России. И педагог отмечает, что вот вольный, достаточно большая вариативность ее способствует тому, что каждый педагог сам выстраивает концепцию своих занятий. Безусловно, она проходит в одном ключе. Это главная нить, где христоцентричность есть, где самое главное познание Бога и знание о Нем, но вокруг нее вот разными способами выстраивается, как преподать вот эти вот знания о Боге ребенку. Безусловно, здесь, наверное, нужно отметить, что хотя вот от школьной такой жесткой, ограниченной в каком-то отношении системы стараются уходить, но я думаю, все-таки школьные приемы некоторые, они все равно будут использованы. Ну, потому что одна из задач воскресной школы все-таки это чтобы человек унес какие-то знания о Боге. А эти задачи сходны с задачей обучения ребенка в школе. В школе очень хорошо эти инструменты, они испытаны, их просто нельзя не использовать для успешного вот этого сохранения знаний, которые преподаются детям. То есть, в настоящий момент было бы желание у педагога, материала есть. Другое дело то, что когда ты спрашиваешь у педагога, по какое учебное методическое пособие, что вы используете, зачастую они говорят, то, что мы используем несколько. Несмотря на то, что, казалось бы, каждое учебное пособие, над ним работают специалисты, причем не один, проводят различную апробацию, изучают их, но в то же время все равно вот внутреннее понимание, как донести до ребенка конкретного знания о Боге, они все-таки заставляют педагога варьировать между различными программами и брать то, что ему нравится. Ну, и это замечательно. С одной стороны, конечно, дополнительная трудность для педагога заставляет постоянно быть в тонусе, постоянно готовиться к занятиям, постоянно искать что-то новое, постоянно анализировать. Но, с другой стороны, работа педагога без этого она не может быть. Педагог, он так же, как и ребенок, тоже каждый раз учится и должен держать себя в тонусе. Ну, в принципе, как и любой специалист. Отдел образования епархии ведет какое-то взаимодействие со школами в части вот появившегося курса модуля «Основы православной культуры». Ведется ли работа по подготовке вот этих педагогов, этих специалистов? Потому что наверняка им не хватает имеющихся знаний и опыта какого-то ведения именно этого курса. Да, безусловно. Когда вот вводили такую возможность преподавания УПК в школах, да и в настоящий момент, некоторые даже и до сих пор достаточно скептически относятся. И, в принципе, этот скептиз, его можно понять. Потому что, как вы правильно отметили, главная задача – то, чтобы педагог, который говорит о Боге, рассказывает о Боге, он был в этой теме достаточно хорошо осведомлен. Причем это знание, оно должно не какой-то схоластический набор иметь информации о Боге и просто ее должны вываливать на ребенка, а должны все-таки сознанием и пониманием рассказывать, что, для чего и как в православной церкви существует и для чего совершаются те или иные действия. Безусловно, задача здесь, с одной стороны, не ставится то, чтобы человек, ребенок пошел в храм, сразу церковился. Не это главная задача. Ну и педагога, наверное, не должно быть определенного духовного опыта все-таки, связи именно духовного опыта молитвы, например. Да? Это же тоже не обязательные условия. То есть педагог физкультуры теоретически может стать педагогом УПК. Теоретически. Ну, в силу отсутствия другого специалиста. К сожалению, так происходит не только теоретически, но и практически. Да. Но принесет ли это пользу, я бы здесь, наверное, не согласился. Просто рассказать материал, да, безусловно, может и учитель физкультуры. Но мы сразу же с вами же прекрасно понимаем, что педагог – это тот, кто вот знакомит с незнакомой сферой ребенка. Как он познакомит, как состоится вот это знакомство, то так дальше ребенок к этой сфере будет относиться. Для меня, например, наглядный пример – это все-таки уроки музыки, к сожалению, которые очень часто в наших школах к ним относятся как пренебрежительно. И только потом, впоследствии, когда я вырос, я понял, как много я, к сожалению, потерял, то, что у меня не было действительно достойных уроков музыки, потому что музыка – это такой замечательный инструмент для облагораживания человека, что просто им не воспользоваться – это великое преступление. Сходное происходит, к сожалению, и с моментом УПК. Если неподготовленный педагог, если вот, допустим, мы предположим, что он не молится, не знает ни о Боге, внутри это все не прочувствовал, безусловно, ему будет сложнее донести основу и суть. Внешние какие-то конструкции, безусловно, он донесет, но, к сожалению, они и усваиваются ребенком хуже. И суть это ребенок, возможно, не поймет. Наглядный пример, если мы... Происходит это с нами очень часто, когда мы изучаем, допустим, какую-то стороннюю религию. Очень часто до нас рассказывая о том или ином какой-нибудь конфессии, нам предлагают какой-то набор основных пунктов, который отличается от православия, не углубляюсь, и складывается такой какой-то вот каркас. Но если зачастую ты начнешь изучать ее глубже, то только и задавать себе конкретные вопросы, только тогда ты понимаешь, что действительно там тоже какая-то есть жизнь, тоже во что-то верит. И только поняв вот эту вот суть, ты можешь как-то вступить и в диалог и объяснить человеку, почему, где он заблуждается. Вот, к сожалению, если педагог у нас, получается, сам неверующий, не слишком хорошо не знаком. Ну, может быть, он верующий, но совершенно не уцерковленный. Да. То это происходит пустоту, к сожалению, эти занятия. Кроме того, вот те, кто относится со скептисом к занятиям, к ведению ПК в школе, здесь вот и правы в том плане, что такие занятия скорее могут повредить больше ребенку. Потому что до этого занятия у него в плане религии некий просто либо белый лист совсем знаний, либо он ориентируется на своих благочестивых бабушек, родителей, где есть вот этот опыт молитвы и веры. Ну, возможно, он также посещает и воскресную школу. Тогда ОПК зачастую дублирует. Если хорошая воскресная школа, грамотная, то ОПК там просто моменты дублирует. И очень даже происходит интересный случай, когда ученик воскресной школы помогает преподавателю вести сам эти занятия. Это действительно было так. И вот здесь хвала тем преподавателям, кто не боится давать ученику возможность действительно помочь. Вот у меня сам знал примеры такие, то, что когда преподаватель адекватно оценивает свои возможности и представляет ученику, давай с тобой тогда вместе, расскажем или расскажи, освети эту тему, гораздо больше пользы для самого преподавателя, для его авторитета он ни в коем случае не теряет. И для детей, которые действительно слышат истинную информацию. Поэтому в этом плане необходимо, чтобы педагог был как можно более квалифицирован. В плане именно он должен все-таки жить верой. И в этом плане, безусловно, епархия и отдел должен всячески помогать. Как это реализуется? Есть курс повышения квалификации. Они часто проводятся на базе Института регионального образования. И совместно либо с духовенством, например, у нас можно с представителем Пензенской духовной семинарии организуются курсы, где непосредственно священник квалифицированный рассказывает, готовит педагогов. Есть также практика учителей по их собственному желанию организовывать им паломнические поездки, которые хорошо себя зарекомендовал. Здесь уже непосредственно есть больше возможности пообщаться с этими педагогами. И вот если даже этот педагог был, вот действительно, как вы сказали, вначале верующим, но не воцерковленным, хотя это, учитель, конечно... физкультура. Ох, да, хорошо бы нам таких учителей. Вот тогда вот этих есть возможность в рамках паломнической поездки, теснейшего общения, участия в богослужении, его действительно поднять на новый духовный уровень. А уже потом, надеемся, что вот этот уровень, он как раз поможет и детям открыть для себя православие. Ну, то есть, наверное, это помогает пробудить интерес к православию для начала в педагоге, да, чтобы он зажег этот интерес. Пусть он не даст, конечно же, всего объема знаний, да, которые даются в воскресной школе, но зажег интерес вот в ребенке. Тут, я думаю, много положительных моментов. Интерес – это не самое главное. Человек почувствует тягу к спасению самого себя. Вот это самое главное педагог. А потом затянет с собой и учеников. Еще это очень часто помогает самим педагогам снять вот эту ответственность и опасения. Потому что даже если действительно педагог, его привлекают со сторонней сферы, предлагают ему провести занятия ОПК, такое часто бывает, особенно в сельских школах, то он, конечно, боится. Одно дело, если ты ведешь светскую этику, там все-таки, даже если ты допустишь где-то какие-то ошибки, скорее всего, они сгладятся затем дальнейшим опытом этих детей. То есть, они сами как-то нивелируют своим последующим образованием те или иные неточности преподавания светской этики. А вот если ты заложишь неверные установки в плане преподавания православия, то это может сказаться на духовном состоянии человека и может потом действительно очень тяжко откликнуться в его жизни. Это больше ответственность педагоги. А такие курсы, они помогают все-таки объяснить педагогам, что не переживайте, мы с вами, все будет хорошо, молитесь и учитесь, и Господь обязательно поможет вам. С другой стороны, конечно, очень благотворное влияние, когда вот в рамках ОПК грамотно выстроено, то и начинается уже обратный процесс. Ты вложился в преподавание педагога, педагог горит, педагог вот этот огонь зажигает в сердцах детей, и эти дети действительно загораются и начинают переосмысливать и свое поведение, и свою жизнь духовную, которую имеют. И очень часто даже родители потом отмечают, мы заметили изменения в нашем ребенке. Он действительно как-то более стал ответственно относиться к своим поступкам и направлять свою энергию в более правильное русло. Действительно, такие примеры есть, и это вдохновляет и педагогов. Здесь уже они, подобно, наверное, апостолам, вот это вот чувствует действительно силу Слова Божия, когда ты зажигаешь другого человека. Наряду с воскресными школами для детей в последнее время набирает популярность так называемой воскресной школы для взрослых. И, наверное, это тоже очень немаловажный сегмент вот сейчас в нынешней ситуации у нас. То есть все больше взрослых людей вслед за своими детьми, возможно, даже кто-то, хотят узнавать, хотят катехизироваться, узнавать основы веры. Как обстоят дела сегодня с этим? В плане вопроса о немаловажности. Может, даже статистику привести. По последним исследованиям в ЦИОМ у нас православными себя считают 67%, к православию относится 67% населения. 67% населения. У меня, я являюсь настоятелем храма в селе Лебедевка. У меня примерно где-то около 1000 жителей. Если бы все 67, которые в рамках исследования плюс-минус несколько процентов, все пришли ко мне в храм, я, наверное, был бы одним из самых счастливых батюшек. Потому что храм бы мой напомнился. Но, как видно, приходит небольшой процент. О чем это говорит? Как раз о том, что люди, если ассоциируются с православием, то знания, что есть православие, не хватает. Безусловно, здесь помогают и воскресные школы. К счастью, сейчас их количество увеличивается. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но в настоящий момент уже можно говорить о том, что мы, в принципе, восстановились. Дальше, как до пандемийное было развитие, то можно уже говорить о том, что число стабилизировалось и дальше уже идет своим чередом, изменяется, надеемся, только в лучшую сторону. Безусловно, это очень важный аспект. И для настоятелей встает еще проблема, вернее, не проблема, одна из главнейших задач, владыка об этом не раз говорит, то, что эти воскресные школы для взрослых, действительно уделять им тоже особое внимание. Потому что человек, если не знает о вере, то, к сожалению, можно ожидать, что у него будут и в духовной жизни его проблемы. Здесь участие священника, наверное, еще более ценно, чем участие в его воспитании детей. Потому что если с детьми действительно большую часть, наверное, все-таки занимается педагог. Занимается еще не только рассказывая о вере, но и прикладными различными деятельностями. То здесь рассказать грамотно, донести до людей о вере – это главная задача, прежде всего, священника. И, к счастью, действительно растет количество воскресных школ. Кроме того, по своему опыту даже скажу, наверное, что в нашей епархии сложилась такая необходимость создания какой-то таких небольших упрощенных курсов для тех, кто только прошел катехизаторские беседы, как раз взрослых людей. Угу. Часто это бывают крестные, которые пришли крестить своих детей. Пришли, не осознавая в полной мере то, к какому таинству и какие обеты они сейчас будут давать. И когда с ними беседует работник-катехизатор, они понимают действительно, насколько глубину православия и понимание того, что сейчас будет происходить. И начинают ощущать потребность действительно эту жажду свою духовную знаний ее утолить. И здесь очень часто воскресные школы, они не всегда удовлетворяют этой задаче, потому что все-таки воскресные школы – это занятия с уже устоявшимися. Чаще с прихожанами. Да, прихожане, которые с года в год ходят, с которыми вы потихонечку рассматриваете отдельные вопросы. И часто направление рассматриваемых вопросов, оно зависит от того, что интересно самим прихожанам. А такого бы ликбеза, если можно так сказать, по православию для людей, которые только прошли катехизаторские беседы и совсем попали в новый мир, для которых бы в рамках 7-8 занятий осветили бы еще поподробнее рассказали все аспекты духовной жизни, начиная от каких-то догматических вопросов, заканчивая, зачем мы ставим свечи и как правильно подходить к исповеди. Хотя на катехизации беседы все-таки надо об этом говорить. Вот здесь, вот, конечно, бы неплохо бы такие курсы сделать. Наш Духовно-Просветительский Центр на базе Спасского кафедрального собора дает возможность реализовать очень много, надеюсь, полезных проектов. Ну, вот помимо взаимодействия со школами, с воскресными, с общеобразовательными, отдел образования епархии организует еще и традиционно различные мероприятия просветительского направления. Вот в наступившем новом учебном году можете назвать несколько таких запланированных каких-то событий, ярких мероприятий? Конечно, самым главным таким мероприятием, которое готовится в рамках этого оставшегося года, это будут рождественские чтения, которые пройдут с 4 по 10 декабря, на котором мы будем обсуждать взаимоотношения культуры и православия. Тема очень благодатная, и она широкая, и является замечательной площадкой для соприкосновения и церкви, и светских, и учебных заведений, и различных светских учреждений. Надеемся, что форум этот будет, как и в предыдущие годы, захватывать много площадок. Есть и к чему стремиться в рамках даже вот уже вот этого мероприятия, потому что нет предела совершенству. И, конечно, хотелось бы, чтобы каждая секция, она действительно в своем роде являла такой площадку для обсуждения актуальных вопросов. И действительно, чтобы это давало стимул для их решения и какой-то дальнейшей деятельности. А с какими организациями, образовательными учреждениями обычно происходит взаимодействие вот именно в рамках рождественских чтений? Это практически все вузы нашего города. Это и органы власти, законодательное собрание, да и с правительством совместно организуется это мероприятие. Это, безусловно, и различные учреждения, допустим, светского направления и основных сфер жизни общества. Это, например, начиная от каких-то социальных служб, это и силовые ведомства, это там, казачество, УФСИН, вооруженные силы. То есть, это действительно, наверное, один из таких, ну, не побоюсь этого слова, главных форумов, есть возможность обсудить широчайший спектр проблем. Было бы желание действительно вот поработать над в каждой в этой сфере. Ну и, безусловно, это желание есть. Мероприятия, которые еще готовятся, это, конечно, и мероприятия для наших учащихся. Это и конкурс исторический «Церковь в истории Пензенского края», духовный, сохраняя духовное наследие, которое вот из года в год. Вот изначально инициатор его это Аристова Керия Георгиевна. Вот потихонечку передает нам опыт вот этого мероприятия, и мы все в рамках отдела все больше и больше включаемся. В настоящее время вот продлены сроки, то есть до конца октября уже прием работ. И очень важно, что дети, безусловно, всегда откликаются, и как отмечают сами педагоги и сами дети, это тоже проходит для них не бесследно. То есть, это не просто конкурс, в котором ты принял участие и забыл. Но вот соприкосновение с историей, очень часто с историей новомучеников, с историей храмов, для детской души не проходят бесследно. Они начинают тут действительно по-другому оценивать духовный мир и стараться быть к нему ближе. Это, безусловно, и мероприятия, которые, и конкурсы, которые будут проходить для воскресных школ. Это вот у нас и конкурс общероссийский «Красота Божьего мира», который вот у нас сейчас прием работ идет, будет продолжаться. Это и епархиальные конкурсы. Планируется совместно с Духовно-Просветительским Центром организовать и конкурс вертепов, и там будет подготовка к конкурсу театральному, который мы провели в будущем. Ну и также, и, конечно, усилиями православного детского театра будет организован архиерейская елка. Различные мастер-классы, наверное, и курс по встрече с педагогами, то есть в направлении других сфер деятельности отдела, она тоже будет проводиться работа. Спасибо большое вам, отец Вячеслав, за интересную беседу. Мы с вами увидимся ровно через неделю. Будьте здоровы и всего доброго.